Всем доброго вечера, дорогие мои. Я вам хочу показать, я как делаю себе вечером витаминный, как говорится, удар по организму. Я беру вот такие гранаты. Вот они должны быть сочные. Апельсины. Вот. Разрезаю вот так вот. Раз. Очень легко. Организм надо насыщать витаминами. А самые витамины в чем? Во фруктах, ребята, во фруктах. И они должны быть сочные, натуральные. Вот у меня такой аппаратик такой. Раз. Хорошо выжимает он. Раз. Вот он. Быстро. Это очень быстро. Сначала разрезаю фрукты пополам, и гранат то же самое. Я делаю из одних фруктов, не так уж, витамины должны быть разных фруктов вместе совмещенные. О. Вот. Это, ребята, для организма эликсир. О, кайфуй, моя душа, потом. Вот смотрите, гранаты то же самое беру. Вот они. Раз. Нарезал на две части посередине вот так вот. Раз. Абана. Вот так. То же самое. А, пошла, родимая. Давай. А, пресс, хороший пресс это. Рекомендую такой приобрести. Очень хорошая штука. Выжимает по полной. Вот. Сок получается обалденный. А, аж скрипит. А, а. Вот так, вот так, вот так, вот она. Я пока добавил одну гранатку, но посмотрю по вкусу. Вот, сок, я же говорю, не надо покупать в магазине, я не люблю магазинное. Это все химия. Вот, это все химия. Все должно быть натурально. Вот почему стоит жить здесь вот, где это дело растет много. Я вон пошел сегодня. 5 килограммов апельсин, 5 килограммов гранат, по 2 лиры купил. Хотя их меньше, чем за 5 кило не продают. А я вот нашел место на рынке. А, получилась вот такая вот смесь. Обратите внимание. Это натурпродукт, ребята. Вот она. Вот она, эликсир жизни. Эликсир жизни и здоровья, ребята. Вот. Я пью за вас, за ваше здоровье. Вот и все. Всех вам благ. Пока.